Я для себя готовлю. Буду резать, как хочу. Вот так вот. Что, они такие тугие, что, блядь, прям приготовить никак? Прям вот так, прям кольцами. Сейчас возьмем и накидаем. Так это они не кольцами, а полукольцами. Нет, это будет кольцами. О, луком запахло. Вот теперь возьмем. Зачем? Что? Тебе возьмем, сказали сначала сметану налить. Возьмем кальмар. И... Сначала сказали сметану налить, когда луком жарится. А потом уже кальмар туда. А. Ты его дорезай, кальмары. И следом добавляем кальмары. Берем прямо вот так. Выкладываем полукольцами. Оп. Да ты же их можешь вместе просто пережарить просто с луком. Ты что, блядь, их складываешь? Зачем? Как будто ты, блядь, где-то на этой, на свалке находишься. Зачем? На какой свалке? Ты нет, просто ну... их можешь ложкой ну... пережарить с луком. Что, сейчас обжарится. И все будет нормально. Остальное кармаль, что? Остальное не буду. Тебе? Ну вот они маленько прикипели. Сейчас добавляем чуть-чуть сметаны и перемешиваем, переворачиваем. Ну и считайте, они все готовы. Ну и наши любимые подписчики, короче, у меня пахан тоже умеет готовить. Так что приезжайте к нам в гости, если что, посидим, погудим, за жизнь поговорим. Как они называются? Кто они? Кальмар. И если вы хотите, чтобы ваши кальмары не были слишком жесткими, не надо их долго готовить. 3-5 минут и все. И пахан вам потом свой рецепт расскажет. Давай, Паша. Да, безусловно. Если вы хотите ко мне обратиться, обращайтесь. Как бы так, Безумный Паш с вами. Подписчики, вы нас, конечно, извините, но пахан забыл посолить. А вот теперь посолил, и все будет ровно. Да все будет охуенно. Приправы-то хоть добавил? Добавил. Все будет нормально. Выключи. Братва, приготовил кальмары. Ну, пью за вас, если вы, конечно, не приедете. Смотрите. Тогда поезжаю я, Безумный Паш, с вами. Я набегался. Да вот мой голос, у меня его нужно. Набегался? На, я полотенце унесу. Возможно. Я набился за свою жизнь. Баб хватало. Ну как бы так. Да какие у тебя бабы-то? Вот эта писька-то там, блядь. Каких бы не было. У котов больше. Все рвет что-то, блядь. А. То есть, когда тебя трахаешь, охаешь и говоришь, Паша, давай еще. Я еще ахаю и охаю, да? А может я прикалываюсь? Твоя Лена, может быть, нахуй. Пошла вон отсюда. Вот такая она. Бегом! Нахуй пошел! Бегом! Выключай нахуй! Граница, блядь. Потому что у тебя руки не доходят. У тебя руки доходят только задницу вытереть. Все сказал? Да. Молодец. А что? Поздравляю.
Ты только в сортир забирайся. Жаль, ты балбеж. Ты только можешь монгол ночевать. Ох ты, блядь, а что ты монгол по жизни трогаешь? Зато монгол баб не бьет. Зато трахает чужих жен. Да, а ты уверен в этом? Я-то уверен. Угу. А не отвези как парикмахерскую, короче, хоть Милену, хоть Елену, нахуй. Я не знаю там уже куда. Я тебе отвез. Пускай тебе монгол везет. Ночевала а что у... а тебе монгол? Ночевала у него? Вот пускай нахуй он тебя теперь везет, платит тебе за все. Все что угодно. И что, монгол пускай. Тебе приедет? При делах, нахуй. Монгол, может, он ночевала у него. Ну, может, у него зато мозгов хватает, то, что он баб не бьет. А ты только успеваешь баб, это, руки отпускать. Ночевала у него. Пускай и еще переночую. Иди, пиздуй, все. Почему мои тапки на тебе? Я их одела, сходила подписывать. А почему не своих? Я не знаю, где мои. В смысле, не знаю, вот стоят. Что, ты ебанутая, ты что ли? Ты слушай, как тебе сказать. Нормально подать можно. Нормально можно было подать. Нормально смотреть нужно было. Ага, ну даже так. Ну за это хоть спасибо. Хреном. За ну, это хоть спасибо. Вернулся, ёпта. То плечо мне дай, я же этой ногой тебе буду ложить. Давай, хули ты встал как солдат. Блядь, нет. Тихо, тихо. Тихо. Нет, не могу. Присядь маленько. А теперь вставай. Вот. А просто так не закинул. Что-то там волос не собирает. Все? Угу. Нормально? Включай. Сердечко бьется. Чувствую. Курс 107.